Сатнам, в этом видео мы сделаем с вами медитацию «Спокойное сердце». Сядьте, пожалуйста, в позе со скрещенными ногами или сидя на стульчике. Спина прямая, подбородок груди, макушечкой тянетесь вверх, чтобы шея была продолжением позвоночника. Расправьте плечи, опустите их назад и вниз. Левую руку разместите на сердечном центре. Пальчики смотрят вправо. Правую ручку согните в локте и большим пальцем нажмите на ноготок указательного. Остальные пальцы выпрямлены. Левый локоть свободно опущен. В этом положении мы будем дышать с вами по следующей схеме. Делаем медленный глубокий вдох, надувая животик, приподнимая диафрагму, грудную клетку. Верхние точки остановились, задержали дыхание на комфортное время. Делаем выдох, спуская грудную клетку, диафрагму, слегка подтягивая пупочек. Задерживаем дыхание на комфортное время. Снова медленный вдох вырастаем. Задержали дыхание. Медленный выдох. Пупочек внутрь втянули. Задержка дыхания. Глазки прикрыты. Направьте либо на кончик носа, либо в точку между бровями. Давайте начнем. Эту медитацию можно делать 3 или 5 минуточек. Можно довести до 31 минуты. Но для того, чтобы переключиться на спокойное состояние, умиротворение, расслабление, если у вас одолевают какие-то эмоции, раздражение, гнев, еще что-то, за 3 минуты вы совершенно успокоите и измените свое состояние. Начнем. Медленный вдох, приподнимаясь, вдуваем животик, диафрагма, грудная клетка. Задержали дыхание. Медленный выдох. Задержали дыхание. И продолжаем в своем темпе. И завершите цикл дыхания, сделайте глубокий вдох, выдох, еще вдох, выдох, последний раз вдох и выдох. Благодарю вас за практику, эта практика поможет вам переключиться на себя, на свое сердечко. Левой рукой вы чувствуете себя, вы благословляете себя, а правой рукой благословляете мир, отпускаете.